пролететь над Ульяновском, собрать лопасть для ветрогенератора и даже поуправлять речным сухогрузом, плывущим по Волге. Ключевые достопримечательности нашего края представлены на выставке-форуме в Москве. В павильоне номер 75 на ВДНХ, где и расположена экспозиция Ульяновской области, большой ажиотаж. Особое внимание – макету тяжелого транспортника Ил-76МД-90А. Самолет производят в Ульяновске. Макет выполнен из композитных материалов. Мы, когда планировали свою экспозицию, думали, что здесь представить. На самом деле было очень много разных мнений, учитывая то, что у нас развито и авиастроение, и автомобилестроение, и станкостроение, и машиностроение, и кластер композитных материалов сейчас развивается, и радиоэлектроника. Но приняли решение показать в первую очередь нашего флагмана, завод «Авиастар». У нас в регионе порядка 10 предприятий, которые производят непосредственно сами самолеты, а также очень много узлов и агрегатов для этих самолетов. Гости не только смогли сфотографироваться на фоне кабины, но и зайти внутрь, где работает авиасимулятор. В импровизированном салоне, прилегающем к кабине, открывая шторки иллюминаторов, можно полетать над городом на Волге. Безумно понравилось, очень много интерактива, новаторства, новшеств новых. Я никогда в жизни такого не видела. Первый раз в жизни столько нового. Ульяновская выставка очень сильно отличается от всех остальных. Этот макет самолета очень интересный. Нам очень понравилось. Рядом с кабиной разместился ветрогенератор, от которого можно зарядить гаджет. А у водной стены, символизирующей Волгу, можно поуправлять речным сухогрузом. И на нашей площадке также есть небольшой кванториум, где проходят регулярно мастер-классы для детей. А на вот этот экран, который рядом со мной транслируется, родители могут посмотреть, чем занимаются их дети. Добро пожаловать! Я думаю, что каждый найдет себе занятие по вкусу. Кроме достижений регионов России, на выставке свои стенды разместили федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Ключевыми для Ульяновской области на выставке станут 29 ноября, День региона, и 19 января, 81-я годовщина образования области. В эти дни пройдут основные организованные регионом события. Анна Тищенко, Алексей Шишов, Алексей Иванов, Полправда, ТВ.